Всем привет, друзья, это я Леонардо. Мы поиграем в Magic Rampage. Новая игра. Так, с уроном что-то вон. Босса. Погоди. Черный книжник. Ого. Темный маг. 100%. Я люблю темных магов вообще. Они классные и сильные. Ну да, и классные, и сильные. Давным-давно он жил, был на свете могущественный злой колдун, да, который решил захватить замок. Я тоже темный колдун. Давайте. Фига себе, он огромнее, чем мутант. Посмотрим. Итак, ты должен войти в доверие к солдатам и выяснить, кто за этим стоит. Я понял. А мне что? Подожди, что с ними за пять? Монетки. Я не могу. Ой, зелень нашел. Сейчас не стоп. Да это что-то сверху есть. А, не так прыгну. Будет помочь. Повторение прыгнет. Понятно. Себе. Нет, это столько креста. Холодно. А это солдат. Что, черт возьми, случилось с этими стражниками? Они напали на меня. Неважно, пошевеливайся. Можно открыть сундук? Они должны защитить короля, да? Ага, спасибо, все, пошли. Подожди. Я думаю, потом мы получим какую-нибудь броню на прыжок. И дойдем до сюда. Подожди, я, по-моему, трясну. А, мы что-то поняли. Потому что там были еще. Опа, новая броня уже. 8 броней. Какие-то земли, блядь. Урон мечом минус, урон прыжок. В смысле? А у меня кинжал. Ну, 3 урона и осталось. Значит, пофиг. Ого, я выгляжу зеленым. Зомби какой-то немного. IQ 0-0. Ого, нет, он умеет прыгать. Привет, зомби. Я вас могу задерживаться. Когда кидаю, смотри. Так. Второй уровень? Тайников? Что? А, там была коробка. Пойдем сейчас ее сломаем. Я тут. Да, hello. Еще все.
начала прыжка, помните? Я могу так прыгнуть. Охуа броня 7, сила прыжка 2. Скорость 3, урон мечом 30. Урон кинжалом. Понятно. Ну смотрите, я, например, вот да, вот это вот кирпичика, я запомнил. А было у меня вот это. По-моему, меньше или что? Или нет? Фига себе, я попрыгун. Попрыгунчик. Я стал попрыгунчиком. Резервы заработал. Заодно. Здесь вырезал какой-нибудь секрет там. Должно. А, вот. Где я так и знал? Так, надеваем это. Когда она придет, надо будет подпрыгнуть. Броня плюс 15. Броня штука важная, я думаю. Угу. Так, собираем. Я здесь всех вылез с одного удара и. У меня все сохранилось. Что за питомник? Вот это вот броня. Для начала, кстати, читерская. Сила прыжка, скорость, урон черный. Урон кинжал, урон топором. Зачем мне посохи вообще-то должны быть? Ну, они скоро и будут. Ну, одним мечом голову. Если голову, то 50. Вот. Вообще я немножко как бы тогда поиграл в игру, потом просто удалил скачал игру и вот чистить от магическая броня, которая элемент воздух, то шипы не действует. В будущем вы это узнаете. Тайник. Посох. Если я буду не шипы сейчас, что нет, чем это показал. Что? Да. Это не шипы, но сейчас только урон. Сам был вроде на сегменте. Всё, один кинжал. Наедеть. Что там? Такая броня. У меня для начала она прям супер крутая. Ого. Ему в голову. Эти, зачем? Подсказка или что? Из пяти. Фига себе, сколько здесь еще секретов. Что? Грата, судя, достижение восстановку. Еще? У меня там было еще куча достижений. Да, у меня было еще куча достижений. Блин. Какой-то пацан. Отнести ключ? Да, конечно. А это уже можно продать. Так, я так 8 понял. Вот это тоже мне надо продать. Это тоже продать. Пойду посмотрю, что в сундуке. Надеюсь, это круто. Сколько? У меня 23 урона вообще. Там все дорого. Призыватель опять, а чё? Зачем?
Окей. Ну так. Сейчас пойдем. Посмотрим, что в тайнике. У меня уже куча, при куче зелий. У меня что выпало из сундука, я так не понял. Меч? Я, извините, не обращал внимания, надо было его убить. Это было непросто. Угу, пожалуйста. Ну, все. Меч? А, на видео пересмотрел, что мне дали. Как он будет таким невнимательным? Последний ход с одного удара, их убила. Вещи ко мне носить не нужно. Я думаю, этого не ожидали. Что так можно сделать? Бим, куча зелий уже. Я ему голову попал? Нет, уже. Еще одна. Уровень третий. Самое что я такой глупый и до сих пор не мог открыть инвентарь. Если я брал все это оружие. А, можно их отвлечь. Они меня типа не увидели. А, урон, это не особенник. Тайник, по-моему, это совсем не тайна, если честно. Найдем сундук, откроем. Здесь есть еще один. Здесь еще один тайник будет, да? Идем на поиск тайника. Хорошо, на посох. Сняла природу. Уже по всему красному вижу, что не очень. У меня брони вообще-то уже нет. Надо будет аккуратно. Еще один тайник. Кинжал огненный. Скорости. Урон, что брони вообще. Минус 20 брони, что? Главное, чтобы меня не попали ни один раз. Иначе это будет. Угу. Я знаю. Ощущает она. Броня типа в огне, да, и чё. Ну, типа я возьму броню. Ещё об ноль брони будет. Нет. У меня огненный. Там должно быть что-то. Уверен. Так,
Серьезно? 10 монеточек всего. Я прошел с другой стороны вообще. Да нет, такого нет, ты даже не уверен. Так, о май гад. Ну на этом я буду сейчас заканчивать. Когда пройду этот уровень. Опа! Воздух. Я... Что? Что это? Я что-то получил? Что? Свет. Что? Уродился здесь столько звездочек. Вот здесь причин сукселик. Клинка, ого. Я стал высоко прыгать? Да, пожалуйста. Блин. Нужно огнить такую броню. Нет, нужно. Одним прыжком. Жди раз прыгну. Так. Да блин. Что? Ты за кинжал не успел пролететь. Ну, весь поэтому просто ушел. Ну, сейчас будем заканчивать видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Совершенно очевидно, что уйдет война. Думаю, поднять цену, будет честно. Всем пока-пока. Всем пока-пока.